Сохранение народных традиций – задача национальной важности. Районный фестиваль «Фольклор народов Кубани» прошел в станице Азовской. На площади перед Домом культуры расположилась выставка мастеров народно-прикладного творчества. Районные умельцы привезли свои работы, выполненные в различных стилях и техниках. Гостей встречал Азовский народный самодеятельный фольклорный коллектив «Тополына». Приветственным словом гостям и участникам фестиваля обратился глава Азовского поселения Евгений Алышев. Мы уверены, что этот фестиваль станет хорошей, большой традицией, и мы находимся в начале большого, длинного, очень красивого пути по сохранению, по развитию, по приумножению нашей традиционной казачьей культуры. На фестиваль приехали самодеятельные артисты из 9 поселений муниципалитета. Участники представили творческие программы, отображающие традиционную культуру кубанского казачества, наций и этнических групп района. Коллектив «Тополына» представил традиционный обряд одевания невесты. А их зарисовка встречи свекрови с невесткой, полная искрометного юмора, подняла настроение зрителям. Ой, да мама, мы же рабыть пришли. Да рабыть вы пришли, да. Ну да, невесточка, начинай. Давай, давай, начинай. Да не бывает, держи, ладно. Мероприятие прошло в преддверии Дня фольклора и в рамках Года культурного наследия народов России.